Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Учащиеся Подмосковья совершили более 3 миллионов поездок в автобусах. Порядка 3 400 000 поездок совершили учащиеся Московской области в автобусах Мострансавто с начала учебного года. Об этом сообщает агентство городских новостей Москва со ссылкой на пресс-службу транспортного предприятия. В сообщении говорится, что около 97 тысяч транзакций по картам Стрелка учащегося и учащегося сельской местности совершаются в будние дни в автобусах предприятия. Также отмечается, что по ученической карте «Стрелка» первые 35 поездок оплачиваются со скидкой 50% от тарифа, а с 36-й поездки скидка для школьников и студентов составляет 99%. Каждый месяц доступна оплата не более 200 поездок. На этом пока все. Еще больше новостей из жизни столицы читайте на сайте mymsk.online. Пока!